Надеюсь, все нас, мана отзывы. Видите? Видите? Уже 23 года. Я 23 года. Я стою перед вами. Я ставлю вас прежде. Вы знаете, слава Богу. Вдруг это диво, вы все славы. Я не просто стою перед вами. Я не просто кажу, ставлю вас прежде. Я слушал сегодня Бога. Это что, я толкую Дева? И приехал сюда. Размотался со шеей. Рассказать вам о том. Поставил стоять тут спокойно. Который пришел и вашу жизнь. Куша не рад, со своей усы. Для того, чтобы вашу жизнь изменить. Ой, изменить, ее усы цели. Когда я читаю Слово Божье. Это слава Су Дева, Вавду. Оно меня всегда радует. Это своя наймана приятца. Многие люди не любят читать Библию. Да, вот эти лаки, мне это и классные Библии. Потому что они делают нехорошие вещи. Тебец, когда они совадзили, это не лапослед. И когда они читают, у кабине ласа, им становится стыдно. Да ты не палая каунт. Но когда я читаю Библию, так когда я слазу Библию, я нахожу там инструкцию. Я сотруду ту инструкцию. Как жить так? Как дзивот так? Чтобы не делать плохих вещей. Лай не дарит слит, слит. Еще я прочитал в Библии, увелся смысл своей Библии, что Царство Божие, когда вы власти, оно делится на три части. Та дала три раздаляс. Праведность. И тайснība. Мир. Мирс. И радость. Un prieks. Улыбнись своему соседу. Посмотри своего глаз сядущего. И скажи. Un pasaki viņam. Не смей грустить. Не, а не узрексties uzmūsties. Не смей грустить. Скажи, третья часть твоей жизни. Tāpēc, ka trešā daļa no tavas dzīves должна быть в радости. Te ir jābūt priekā. Aleluja! Aleluja! Радость! Prieks! Когда я пришел к Богу, kad es nonācu līdz Dievam, я был почти инвалид. Es biju gandrīz invalīds. Не было радости. Man nebija prieka. Сегодня я стою перед вами. Šodien stāvu jūsu priekšā. У меня 100% зрение. Man ir 100% redze. Мне не делали никаких операций. Man netaisīja nekādas operācijas. Я не лечился. Es neesmu ārstējies. В больнице. Slimnīcā. Живу без селезенки. Es dzīvoju bez liesas. И у меня сегодня хорошая семья. У меня šobrīd ir laba ģimene. У меня хорошее здоровье. Man ir laba veselība. И это все благодаря тому. Un tas ir viss pateicoties tam. Который сказал. Kurš teicis. Третья часть твоей жизни. Трешая даля no tavas dzīves. Это радость. Tas ir prieks. Поэтому я хочу, чтобы и ты сегодня. Tādēļ es vēlos, lai arī tu šodien. Получила от Бога чудо. Saņemtu no Dieva brīnumu. И в твою жизнь. Un tavā dzīvē. Пришла радость. Ienāktu prieks. Не надо спать на служение. Nevajag gulēt dievkalpojumos. Дьявол может у тебя что-то украсть. Vēlns var no tavas dzīves kaut ko nozert. Pogni соседа. Padrot savu parasti kaimiņu. Не спи. Un pasaki, neguli. А то замерзнешь. Citādi nosals. И не получишь savu чудо. Un nesaņemsi savu brīnumu. Halleluja. Halleluja. Аллилуйя! 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 И я знаю, что я знаю одно. Вообще, я засвидетельствую, что я пришел к Богу. Не потому, что у меня были проблемы со здоровьем. И не потому даже, что в моей жизни были наркотики. Я начал искать Бога по другой причине. У меня была мама. Я ее очень любил. И в ее жизни пришла проблема. На нее навели порчу. Я думаю, вы знаете, что это такое. Es domāju, jūs zināt, ko tas nozīmē. Наколдовали. Пред меня бурас. Моя мама была врачом. Mana mamma bija ārsts. Хорошим врачом. Labs ārsts. Она работала в реанимации. Viņa strādāja reanimācijā. И она была 15 лет. Un viņa 15 gadus. Заслуженным врачом Украины. Viņa bija tāds godalgots ārsts Ukrainā. У меня были награды. Viņai bija apbalvojumi. Я знал весь город, где я жил. Pazina visu pilsētu, kur es dzīvoju. Но это ее не спасло. Bet tas viņu neglāba. И проклятие. Un vāsts. Пришло в ее жизнь. Ienāca viņas dzīvē. Она попала в реанимацию. Viņai nokļuva reanimācijā. И два раза она лежала в больнице. Divas reizes viņa gulēja slimnīcā. И за месяц. Un mēneša laikā. Моя мама. Mana mamma. Она не была толстая. Viņa nebija resna. Была обыкновенная женщина. Bija vienkārša sieviete. Она потеряла 30 килограмм. Un viņa zaudēja 30 kilogramus. И месяц в больнице. Un mēnesis slimnīcā. А врачи ей не могли диагноз поставить. Bet ārsti nevarēja noskaidrot šo diagnozi. И
из-за этого. Un šī iemesla dēļ, ka mana mamma mira. Ka mana mamma mira. Kad mēs uzzināja. Kad mēs uzzinājām. Što viņa nevēli kaldavstvo. Ka viņai šis uzlikt šis lāsts. Ja es kalu pomoši geta. Es neklēju šo palīdzību kaut kur. И мне один мой друг посоветовал. Он весь мой друг сам. Он сказал, что мне может помочь только живой Бог. Ничего потратить, это мама полезет, ты как живой Зевс. И я не знал тогда, какой живой Бог. У нас стояла эта резина, это живой Зевс. И я думал, что вот, как все там, да, православные. Он же мой папа, пораньше тебя драуют. Все знают, да, все крестили. Весь Зина, весь Патуши Круст. Но Он мне сказал, мне нужно найти ту церковь, которая верит в живого Бога. Teica, ka man ir jāatrod draudzes dzīvajam Dievam. И когда я нашел вот таких верующих, как вы сегодня. Un kad es atradu tādus ticīgos, kā jūs šodien. Они мне объяснили. Viņi man paskaidroja. Что да. Ka jā. Колдовство, оно действует. Jā, burvestība strādā. И защитить от колдовства. Un aizsargāt no lāstiem. Может только кровь Иисуса. Ватика, Иисус Христос осенис. И прошло какое-то время. Погарякать лайкс. Я начал читать Библию. Я гласил Библию. Я там прочитал одно место. У нас тут висел Сейвен Рабство Вет. Там написано. Тури Рабствец. Спасешься ты. Лапсис ту. И будет спасен весь дом твой. У Лапсис висел нас. Аминь. Аминь. Потому что я очень любил свою маму. Вот это я с людьми милая, свою маму. Я начал задумываться. Es sāku aizdomāties. Я понял, что да, я тоже живу неправильно. Un es sapratu, jā, kāreiz dzīvoju nepareizi. И я понял, что мне нужно покаяться. Un es sapratu, ka man ir jānožēlo grēki. Par saviem grēkiem. Когда я пришел в церковь. Kad es atnācu uz draudzi. Я попросил Бога прощения. Es lūdzu Dievam piedošanu. Я поверил. Un es noticēju. Что мне прощены мои грехи. Ka mani grēki man ir piedoti. Но проблема. Bet problēma. Она была с моей мамой. Tā bija vēl ar manu mammu. Я три месяца. Un es trīs mēnešus. Молился. Lūdzu. Каждую неделю. Katru nedēļu. Брал по два дня постов. Ņēma divas dienas gavēni. Я просил Бога. Un es lūdzu Dievu. Бог спаси мою маму. Dievs glāb manu mammu. Я не хотел, чтобы она умерла. Es negribēju, lai viņa nomirst no šī lāsta. И ровно через три месяца. Un tieši pēc trīs mēnešiem. Скоро будет Пасха, да? Здесь был Лелдинс, понятно? Ждите Пасху, Вы искали Лелдинс? Очень правильно. Моя мама тоже покаялась на Пасху. Ари мама, мама, ножаловая, грая, с Лелдинс. И мы совершили одну молитву за ним. У мы слудзам вену лукшину пар вину. И в ее жизни. У вынес цивы. Раз и навсегда. Рейс пар висам рейзен. Проклятие колдовства было закончено. Чис бурвастей был ласт, так и поотрялся. И моя мама начала ходить в церковь. У моя мама, Ариса, еду с драудзи. У меня дома открылась домашняя группа. Моя мама отверялась моя группа. И моя мама 17 лет. У моя мама 17 лет. Она ходила в собрание. В неделю в санакс. И за 17 лет. Он 17 лет лайка. Она где-то до 300 человек привела к Иисусу. В неделю сапливает 300 человек. И она. Saproti viņam. Она была врачом. Viņa bija doktore. И когда она встречалась с больными. Un kad viņa satika slimniekus. Viņa viņam teica. Знаете, я вам могу помочь как врач. Ziniet, es jums varu palīdzēt kā ārsts. Я могу выписать таблетки. Es varu izrakstīt tabletes. Я могу поставить диагноз. Es varu nosteroti diagnozi. Назначить лечение. Nozīmēt ārstēšanu. Спасти вас. Bet glābt jūs. От смерти. No nāves. От ада. No Ēles. Я не могу. Es to nevaru. Я не могу дать вам новую печень. Es nevaru jums dot jaunu saknes. Я не могу вам дать новый желудок. Es nevaru jums dot jaunu punti. Я не могу вам дать новые глаза. Es nevaru dot jums jaunas acis. Но она говорит, я знаю того. Bet viņa teica, es zinu to. Который может это все сделать. Kurš to visu var izdarīt. Это Иисус Христос. Tas ir Jēzus Kristus. Аминь. Amen. Поэтому поблагодари Бога. Tāpēc pateicies Dievu. За то, что Он тебя нашел. Par to, ka Viņš tevi ir atradis. И ты сегодня здесь. Un tu šodien esi šeit. Знаете? Ziniet? Я лично знаю. Es personīgi zinu, что, когда Бог находит человека, ja tad, atrod cilvēku, и призывает человека, un piesauc cilvēku, он не просто так призывает, viņš to dara nevis tāpat vien, он призывает для чего-то, viņš aicina kādam nolūkam, потому что в Библии написано, tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, Бог кого призвал, Dievs ko ir aicinājis, он тему предопределил,
To viņš arī noteicis. Viņš tevi ir aicinājis. Viņš to nav darījis tāpatās vien, lai vienkārši piedotu tavus grēkus. Viņš tevi ir aicinājis, lai tu vēl par kaut ko kļūtu šajā dzīvē. Viņš tevi ir aicinājis tam, lai dotu tev dziedināšanu. Dāj tebe žizni. Dotu tev dzīvi. И чтобы твоя жизнь. Lai tavā dzīvē. Была разрушена. Būtu sagrauta. Всякая проклятие. Jebkāda lāsta. Какое бы оно ни было. Lai kāda tie arī nebūtu. Я знаю, что перед силой Бога. Es zinu, ka Dieva spēka priekšā. Ни одно проклятие. Neviens lāsts. Не может сравниться. Nevar tikt salīdzināts. Потому что Бог всемогущ. Tāpēc, ka Dievs ir visuvarens. Pabarstu savu paņu. Skaži, Bogs ir magušs. Dievs ir visu varens. Bogs ir magušs. Dievs ir visu varens. Bogs ir magušs. Dievs ir visu varens. Un šo, skaži, ar pasaļu. Svojumu sasiedu. Vēsti savu pasaļu. Tu esi Dieva izredzēts. Для благословения. Lai būtu par svētību. Для благословения. Lai tu kļūtu par svētību. Для благословения. Lai tu kļūtu par svētību. Для благословения. Tik svētīgs. Знаешь, когда я покаялся, у меня левый глаз, он видел всего на 10%. Вы не представляете, что такое. Когда один глаз видит хорошо, один глаз 10%. Если я садился за руль, нужно было вот так ездить. Man vajadzēja nu tā braukt. Nu, šo, esmu, ja būnā glāzāmi smadrīt. Tāpēc, ja es skatīju uz savām acīm, ceļš rādies tā šķērsām. Es neņēmu rāvu rūki knīgu kakūju. Ja es neņēmu rokās kādu grāmatu. Ja es smadrīju būnā glāzāmi. Un es skatīju uz savām acīm. Ja nemohu čitāt. Es nespēju lasīt. Потому, šo один глаз видел 10%. Jo viena acis redzēja 10%. Bet viena normāla. И у меня были такие... У меня еще были проблемы с желудком. У меня не было проблем с желудком. От наркотиков. На наркотиках. Гнил желудок. Мать с желудком пуха. И я не ел. Вот вы кто хлеб кушает? Кто любит? Кушаю, кроме дальше майз. Любите хлеб, да? Хорошо. Хлеб это хорошо. Майз это цела. Иисус говорит, я есть хлеб. Я есть согласен с майз. Представьте. Не думайтесь. Я 5 лет. С 5 градус. Я не ел хлеб. Я не ел майз. Я просто не мог его. Свинкаша не варил поесть. Мне очень хотелось. На него ты прибегаешь. Но если я только съедал. Не только я съел. Маленький кусочек. Вот мазу кумос майзис. У меня были такие острые боли. Но ведь ты специи сам. Я были такие спазмы. Но без спазмов. Я просто скручивал. Но не вернешь, сам. Мне не помогали никакие обезболивания. У меня не полезли никакого специального лечения. Пол наркотики. Man bija, es biju narkotikas. Un spēcīgāks par narkotikiem, man nekāds pēc tās nav līdzi. Jo tev vairs smadzenēs nav savs. Un vairs tās vairs nestrādā. Но, ārsti man teica, что мне нужно делать операцию. Ka man ir jāveic operāciju. Мне нужно резать. Man ir jāpiešu želūdak, kišēšņi, zārnes. Tam, nu, vsio, karoči. Visu. Nu, samai interesno, što jau nespasīju. Bet pats interesantākos, es viņiem jautāju. Kādu vi možete dāt garanti? Bet kādu garanti jūs varat man būt? Nu, vi vsio to razriežīt? Ka jūs to visu sagriezīsiet? Ja būtu zdarot. Es būšu vasals. Znāti, što vrači skatāt? Ziniet, ko ārsti teica? Mēs nemožem dāt garanti. Vai es nevaram garantēt? Я говорю, ну тогда извините. Он сказал, ну тогда отваривай. Я приехал домой. И собрался маяс. Моя мама еще тогда не была верующей. Моя мама, ты я лайка, она была ведьцей. Она была врач. Да ты не была арста. Я моей маме сказал. Он с мамой тейцем. Наш мама. Зини мама. В Библии есть одно место. Библия имеет рабство вера. Где написано? Куре рабстить. Кровью его вы омыты. Ar viņa asinīm jūs esat apmazgāti. Un viņa brūcēs jūs esat dziedināti. Un es mammai teicu, ja tavi kolēgi nedod garanti, tad Dievs, kuram es esmu noticējis, viņš dod garantiju. И я тебе скажу сегодня. Es tev teikšu šodien. Если ты пришел к Богу. Ja tu esi atnācis pie Dieva. Кроме Бога. Bez Dieva. Тебе никто не даст гарантии. Tev neviens nedos garantiju. Ni государство. Ne valsts. Ni правительство. Nekādas valdības. Никакие люди.
Nekāda cilvēka. Tikai Dievs. Un dēļ tevi garantiju. Tikai viņš to tev garantiju. Ka tava dzīve. Она может изменить. Ka tā var mainīties. Tvoju žizni. Tavā dzīvē. Могут прийти благословения. Var atnāt svētības. Amin. Amen. И я сегодня полностью исцелен. Un es šodien esmu pilnīgi dziedināts. И я еще одно свидетельство хотел бы вам сказать. Un es gribētu jums teikt vēl vienu liecību. Это то, что в моей жизни лично. Tas arī bijis personīgi manā dzīvē. Знаете, иногда людям легко рассказывать. Ziniet, dažreiz cilvēkam viegli ir stāstīt. Par kādu? Par kādu? Да? Par kādu? Легко верить. Vienkārši ticēt. Когда беда у кого-то, да? Kādam ir šīs bērns? Я скажу. Bet es teikšu, tā. Что 7 лет назад. Tas 7 gadus atpakaļ. Нашей дочери. Mūsу meitai. Старшей. Vecākajai meitai. Viņu sauc Dajana. Viņu sauc Dajana. Врачи обнаружили кисту. Atradu cistu. И эту кисту ей вырезали. Он шо цисту в ней изгреза. И когда мы приехали забирать из больницы. Он когда мы издевались в нем понять на слынице. Нам врачи сказали, что мы вам дочь не отдадим. Вы не дайте, мы еще псалюсы на это. Потому что ей сделали 3 раза анализы. И в ней 3 раза свои анализы. Все анализы показали. Он все анализы и рузалы. Что нашей дочери рак. Ka mūsu meitai ir vēzis. И метастазы. Un šis metastāzes. Из этой кисты. No šīs цистис. Которая была приращена к яичнику. Kura bija pieaugusi pie olnīcām. Они попали в яичник. Tie ir nogruši olnīcā. И нашей дочери тогда было. Un mūsu meitai tajā laikā bija. Всего 13 лет. Tikai 13 gadi. Представьте. Iedomājieties. И врачи сказали. Un ārsti teica. Мы вам не отдадим нашу дочь. Mēs neatdosim jums jūsu meitu. Мы сделаем еще одну операцию. Mēs veiksim vēl vienu operāciju. Мы ей вырежем 2 яичника. Mēs izgriezīsim abas olnīcas. Мы ей вырежем 2 трубы. Un abas šīs olas. Женщины понимают. Sievietes saprot, par ko iet runa. И когда врачи мне это сказали? Kad ārsti man to pateica. Я говорю. Es viņam teicu. Ну что хотите сказать? Ko jūs gribat ar to teikt? Что мне нужно сегодня прийти к моей дочери. Ka man tagad ir jāiziet pie manas meitas un jāpasaka. Доченька, любимая. Meitiņ, тебе сделают операцию. Tev vajag operāciju. Но ты никогда. Tad tev nekad. Не сможешь рожать. Nebūs bērni. Ты никогда не сможешь стать матерью. Tu nekad nevarēsi kļūt par mammu. Я врачам сказал. Un es ārstiem teicu. Нет. Nē. Я не дам делать. Es neļaušu veikt operāciju. И пришла главврач больницы. Nākāca galvenais slimnīcas ārsts. Она была депутатом. Viņa bija deputāte. И в нашей стране такой закон. Un mūsu valstī tāds likums. Если дети еще не совершеннолетние. Ja bērni vēl ir nepilngadīgi. То родители. Tad vecāki. Могут даже не давать своего согласия. Var pat nedot savu piekrišanu. Государство имеет право. Valstī ir tiesības. Через полицию. Cer policiju. Через прокуратуру. Cer prokuratūru. Забрать у тебя ребенка. Paņemt tev bērnu. И сделать ему операцию. Un veikt viņam operāciju. И она мне сказала, что если я даже и не даю согласия. Un viņa man teica, pat ja es nedodu šo piekrišanu. Меня никто спрашивать не будет. Tad to man neviens nejautās. Приедет полиция. Atbrauks policija. Заберут мою дочь. Paņems manu meitu. Уже 13 лет. Tāpēc, ka viņai 13 gadi. И вырежут все. Un viņai visu to izgriezīs. И я сказал, нет. Un es teicu, nē. Я им сказал, что я верующий человек. Es teicu, ka es esmu ticīgs cilvēks. Es teicu, ka es esmu draugs mācītājs. Я в своей жизни уже видел тысячи чудес. Un es savā dzīvē jau esmu redzējis tūkstošiem brīdiem, kad Dievs ir dziedinājis. От рака. No vēža. От ВИЧа. No AIDS. От паралича. No паралича. Я им сказал, что Бог меня исцелил. Un es teicu, ka Dievs ir mani dziedinājis. Они сказали, что это все сказки. Viņi teica, ka tās visas ir pasakas. И как раз было такое время. Tieši bija tāds laiks. Было 4 дня праздника. Bija 4 svētku dienas. Un 2 brīvdienas. И мне врачи сказали. Un ārsti man teica. Вот у вас есть 6 дней. Jums ir 6 dienas. Если через 6 дней. Ja pēc 6 dienām. Вы не привезете свою дочь. Jūs neatvedīsiet savu meitu. Или с подтверждением. Vai ar apstiprinājumu. Что у нее нету болезни. Ka viņai vairs nav slimība. Или мы ее будем оперировать. Vai mēs viņu operēsim. Представьте, 6 дней. Iedomājieties, 6 dienas. Когда я вышел из больницы. Kad es iznācu no slimnīcas. Я позвонил своей жене. Es piezvanīju savai sievai. Эру жена. Es teicu, sieva. Нам нужно молиться. Mums ir jālūdz. Я взял телефон. Es paņēmu telefonu. Я набрал Дмитрия Макария. Es piezvanīju Дмитрия Макария. Я набрал нашего апостола. Es piezvanīju mūsu apostoli. Епископа. Es piezvanīju епископам.
И я вот так начал набирать. Un es sāku tās visus numurus. Где-то 200 номеров. Aptuveni 200 numuru. Всех своих друзей поставил. Visiem saviem draugiem mācītājiem. Все церкви. Visām draudzēm. В Латвии. Латвия. В Польше. Полия. В Украине. Украина. В России. Krievija. Я тогда был пастором в России. Es tad biju mācītājs Krievijā. И где только были знакомы. Un visi, kur bija man pazīstami cilvēki. Я всех попросил молиться. Es visus lūdzu lūgt. А у меня моя церковь в Украине, мы там поставили евангелизационную палату. После бы евангелизации стелц. И представьте, у твоей дочери рак. Давай, моя тайка везис. Угрожают операции. Вот драучи операции. А я еду. Bet es braucu на эту палатку. Уж у телки. И три дня. Вот три дня. Молюсь за людей. Лучше по человеку. Разрушаю проклятие. Лаужу шас ласку. Молюсь за исцеление. Лучше по цветнашу. И вижу Божьи чудеса. Уляжу Дева приемус. На третий день. Трешая дена. Я беру свою дочь. И сняму саму бейту. Мы едем в город Першетрав. У меня сдался, мы сбил штат Першетравенск. Я проповедовал как раз в церкви. У меня слудина это драуза. И после служения. У Перса Дева помогла. Испания саму бейту. Я вывел ее на сцену. Я сизвет веню у скатубис. Я попросил тысячу человек. У меня спалось 1000 человек. Помолиться за ее сына. Помог первенец деда наша. После служения. Перс Дева помогла. Она поехала на речку. Viņa brauca uz upi. Un tur notika ūdens kristīns. Vai esat kristīni ar ūdens kristīnām? Un arī mani meita kristījā. Pēc tam mēs braucām uz pilsētu Dņepropetrovsku. Arī tur es sludināju vienā draudzē. Un pēc dievkalpojuma. Atkal paņēmu savu meitu. Un izvedu viņu uz skatuves. Un es lūdzu 800 cilvēkiem. Lai arī viņi visi palūdz par viņu. Pirmajā dienā. Mēs jau bijām Kijevā. Там онкологическая больница. Тур онкологическая клиника. Республиканская. Республика Слимина. Я позвонил своей жене. Я связался с Авасиевой. Попросил молиться. Улуз, моя родина Улуз. Мы пошли утром в больницу. Мы сдавали, но ритм слышал. Сдали эти анализы. Вот и вам шли с анализы. И нам днем сказали. У подъема вам спотается. Рак есть. Вези сыр. Пять дней. Пицца с днес. Я не знал, что делать. У нас не знаю, кто дарит. Но я знал, bet es zināju, что он дает гарантию. Ka Dievs dod garantiju. Я просто верю. Es vienkārši ticēju. И когда на шестой день утром, kad sestajā dienā no rīta, я проснулся в 5 утра. Es piecēlos 5 no rīta. Я пошел в парк. Es devos uz parku. Я люблю в парке молиться. Man patīk būt parkā. Там никто не мешает. Tur neviens netraucē. Я опять позвонил своей жене. Un es atkal piezvanīju savai sievai. Я опять взял телефон. Es atkal ņēmu telefonu. Я набрал опять 180 номеров. Un es atkal piezvanīju 180 numuriem. Visiem попросил молиться. Да, visiem lūdzu, lai arī lūdzu. В 9 утра. 9 no rīta. 6 день. 6 diena. Мы поехали к профессору. Mēs braucām pie profesora. Мы сдали эти анализы. Mēs nodevām šīs analīzes. Нам сказали прийти в 12 часов. Un mēs teica, lai mēs atnāku pulkstens 12. Когда мы зашли к профессору. Kad mēs iegājām pie profesora. Я ему сказал. Es viņam teicu. Ну, обрадуйте. Ну, iepriecinie. Помните, я вам говорю, у Бога радость. Atcerieties, es jums teicu, Dievam ir prieks. Знаете, что мне сказал профессор? Ziniet, ko man teica profesors? Я обрадую. Iepriecināšu. Я ему говорю, я серьезно говорю. Es jums saku nopietni. Он говорит, я тоже пишу чувства. Что? Я тоже пишу чувства. Viņš teica, es arī nejokoju. Я говорю, скажите, что? Un es viņam saku, nu sakiet, kas ir. И он говорит, у вас нету рака. Un viņš saka, jums nav рака. Я говорю, аллилуйя. Šešas dienas. Знаете, когда ты отец. Kad tu esi tēvs. И когда у тебя дочь. Un kad tev ir meita. Mīļotā meita. Ты это переживаешь. Un tu to pārdzīvi. Это тяжело. Tas ir smagi, tiešām smagi. И когда 5 дней. Un kad 5 dienas. Дьявол каждый день. Vēlns katru dienu. Tad tevi smējot. Tev smējas. Это какое исцеление. Un saku, kāda dziedināšana. Viņa все вырежи. Viņai visu izgriezīs. А у тебя внутри. Bet tev iekšienē. Ранами его. Ar viņa brūcēm. Jūs esat dziedināti. Kā apostols Pāvils rakstīja. Kā apostols Pāvils rakstīja. Nož nekasņotsa. Nazis neskars. Pa jūdielu. Manu miesu. Tā kā jā tagad. Tāpat tās arī es toreiz teicu. Jāvā.
bērns. Я не дам тебе резать. Es neļaušu tev griezt manu meitu. Наша дочь. Un mūsu meita. Она вышла замуж. Viņa apprecējās. Уже второй год. Jau otro gadu. И он собирается завести ребенка. Un tagad viņai būs bērniņš. И у нее все хорошо. Un viņai viss ir kārtībā. Аллилуйя. Аминь. Поэтому сегодня. Tādēļ šodien. Мы будем молиться за вас. Mēs lūksim par jūs. Я знаю, что среди вас тоже есть люди. Es zinu, ka arī jūsu vidū ir cilvēki. Которые нуждаются в исцелении. Kuriem ir vajadzīgi dziedināšana. Есть люди, которые живут с ранами в сердце. Un ir cilvēki, kas dzīvo ar brūcēm sirdī. У тебя была несчастливая любовь. Varbūt tev bija neveiksmīga mīlestība. Это причинило боль. Un tas radīs tev sāpes. Забыли с кем-то ссоры. Varbūt bija strīdi ar kādu. Это принесло огорчение. Un tas ir apēdinājis tevi. Возможно, сегодня. Varbūt šodien. Твоей жизни все время не хватает денег. Tavā dzīvē visu laiku naudas trūkums. Я вижу только одну причину. Es redzu tikai vienu iemeslu. Это действие дьявола. Tā ir velna darbība. Но я вижу еще одну причину. Bet es redzu vēl vienu iemeslu. Помолиться сегодня за тебя. Lūk šodien par tevi. Потому что дьявол. Tāpēc, ka vēlns, un pats ārģēl. Viņš ir kritušais eņģels. A Bogs ir magušķi. Bet Dievs ir visu varants. Halleluja! Halleluja! Ja vien! Mēs ticam. Bogs ir magušķi. Visu varanām Dievam. Znādi, jēzmi būs jūdien vām svidētīstvāju. Ziniet, ja šodien jums liecinātu. Мне не хватило бы даже дня и ночи. Вам так не петит, не дерес, не нахт. Потому что чудес о Божьей славе. Тебе с Каприном, а ты его ходи. Много. И вы тик даут. Просто вы живете в этом маленьком городе. Не ваши не сделаешь, а мазер пился. Вы уже никаких еще не видели. Он вар будет юсто с вами сотрудничаешь. Но я обещаю. Да не с ним сапсуло. Вы их увидите. Юсто с ира утисет. Первое. В своей жизни. Visu pirms savā dzīvē. Скажи соседу. Pasaki savam kaimiņam. Скажи. Ты увидишь. Tu ieraugs. В своей жизни. Чудеса. И дьяволу не будет мест. Нам не будет мест. И сегодня. Un šodien. Сегодня. Šodien. И сегодня. Šodien. Бог пришел. Dievs ir atnācis. Сегодня. Šodien. Для того, чтобы в твоей жизни. Atnācis, lai tavā dzīvē. Совершить чудо. Veiktu brīnumu. Halleluja. Halleluja. Ticiet man, es neesmu atbraucis jums stāstīt pasakas. Сказки можно по телевизору послушать. Pasakas var paklausīties televīzijā. Церкви сказки не рассказывают. Draudzē pasakas nestāsta. Знаете, мы однажды проводили служение. Ziniet, mēs vienreiz organizējām dievkalpojumu. Kopā ar Dmitriju Makarenko. В зале было 900 человек. Zālē bija 900 cilvēku. И нам сказали, что туда привели. Un mums pateica, ka tur ir atrasti. Больше 20 человек. Vairāk nekā 20 cilvēku. И у них у всех раковые опухоли. Un viņiem visiem ir vēža audzēji. Я думал, что делать? Мы сделали полный дар. И когда мы начали молиться? Он когда мы сказал Бог? Я начал просить Бога. Сказал Бог, Деус, Деус, полный дар. И мне пришла мысль. У меня одна за дома. Поить людей елеем. А поить человеку с ара свадьба моя. В Библии написано. Библия говорит. Поможет больного елеем. Кош свадьи с ним арелью. И молитва веры. Un ticības lūkšana. Un tad slimnieks tiks dziedināts. Kad es tikko atnācu uz draudzi. Es saņēmu daudz dziedināšanas ātrā laikā. То, что у меня гнил желудок. Bet tas, ka man kova kumģis. 7 месяцев. 7 mēneši. Я не мог получить это. Es nevarēju saņemt dziedināšanu. На каждом служении. Un kādā dievkalpojumā. Я выходил. Es nācu priekšā. Я просил помолиться. Un es lūdzu, lai par mani palūdz. На каждой домашней группе. Katrā mājas grupā. Я подходил к лидеру домашней группы. Es nāku pie mājas grupas vadītāja. Teicu, palūdziet par mani. Я просыпался утром. Es pamodos no rīta. Я говорил, Бог, я верю. Teicu, Dievs, es ticu. Ты исцеляешь. Tu dziedini. И однажды на одном из служений. Un vienreiz vienā dievkalpojumā. Как сегодня. Tādā kā šodien. Я приехал в церковь. Es atbraucu uz draudzi. Я тогда уже был помощником лидера ячейки. Es jau tad biju mājas grupas vadītājs palicis. Pastors сказал. Un mācītājs teica. Кто нуждается в исцелении? Kam ir vajadzīga dziedināšana? Просто выходи. Vienkārši iznāciet priekšā. Я вышел. Un es arī izgāju. Он за всех молился. Un viņš par visiem lūdza. И он всех мазал елеем. Un viņš visus svaidīja ar eļļu. И когда очередь ко мне подошла. Un kad pienāca rinda līdz manim. Я сказал. Es teicu. Причем мой лоб? Как сакрса варо пие? У меня проблема.